Ну а начнем наш выпуск с печальной новости. Ушла из жизни замечательный человек, удивительная женщина Вера Васильевна Ломова, почетный гражданин Апатитов, председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города. Уроженка Кандалакши Вера Васильевна приехала в Апатиты в 1963 году. Именно этот город она и считала своим родным. Она пережила блокаду Ленинграда, поэтому в ее доме всегда было угощение. Своим главным богатством Вера Васильевна называла детей, внуков и правнуков. Ее любили и уважали за молодость души, жизнерадостность и большую энергию. Казалось, что время не властно над ней. Женщина в любом возрасте должна оставаться женщиной, безапелляционно заявляла Вера Васильевна. А еще она дивно пела романсы, хотя часто смущалась своего вокала. Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь. И хватит. Прощание с Верой Васильевной Ломовой состоится в четверг, 22 сентября, в Апатитском дворце культуры в 11 часов.